свет и тепло вернулись в дома улицы Северная села Супсех. Сгоревший трансформатор наделал много шуму и доставил жителям немало хлопот. Благодаря вмешательству главы курорта Сергея Сергеева новую трансформаторную подстанцию нашли, доставили в Супсех. Монтажные работы провели вчера вечером. Новая подстанция уже работает. Свет дали вчера. Сейчас спасибо. Хорошо. Работает. Мне дети привозили из города горячую воду покушать. Возвращение цивилизации в поселок и для учителя английского языка, и для любого жителя Супсеха – большая радость. Компьютер, горячий чайник – это данности, которых мы не замечаем, пока они у нас есть.